Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Так, ежедневное испытание. Это на молотильщик. Молотильщик у нас прокачан полностью, поэтому я не вижу смысла вообще идти. Да, вот он, молотильщик. Как ты видишь, все у нас отлично. Так что мы это испытание мы пропускаем. А вот смотри-ка, 18 смотрителей мы получаем. Плюс Санта. Ну и зомби, плюс сфера. И немножко денег. Эта арена теперь открыта за июнь. О, там, кстати, 15 этих жнецов, ребята, будут разыгрываться. Жнецы, ты сам понимаешь, они мне нужны. Так, взять какой-нибудь отряд. Такой самый простенький. Даже не то, что самый простенький, которым мы не особо часто играем. Которого не жалко потратить одну энергию, да? Для того, чтобы сделать. Потому что тот отряд у меня самый крайний, он пойдет у меня опять на прокачку. Сейчас мы его заберем, потом опять его отправим на тренировку. И так он будет у меня до посинения тренироваться, пока не прокачаем нужных нам персонажей. Ну что, здесь мы завершили. Так, тренировка. Забираем, ребят. Так, посмотрим, что у нас тут еще происходит. Сколько тебе еще нужно? Да, тут еще трындец, ребят, сколько нужно. Так, здесь. Тут уже немножечко, кстати. Ой, как будет паук тебе еще качаться и качаться, а тебе? Да. Ну что, на тренировку, естественно, ребят, на тренировку я этот отряд отправляю. Пускай тренируются. Если бы я, конечно, каждый день заходил бы в игру и постоянно бы забирал бы, они бы, наверное, уже давно были бы у меня прокачаны. Бесплатно. Пес храма. Так, квест. Ну что, вроде бы здесь все, ребят, и надо идти нам в бой. Мы остановились на долине. А, нефритовая долина. Йок, Макарек, Ронин, Тигр. Ого-го. Ронин, Тигр, да, значит. Ну что, я надеюсь, ползун прикроет тылы здесь, если что. Как ты думаешь? Ой! А как же так-то? Это был непорядок. Ну ты серьезно сейчас, блин? Давай, ниндзя, вали его. Дай твою душу-то, блин. Ну конечно же. Да вали ты его, блин. Я в шоке. Ребят, я в шоке, что тут вытворяют они. Хайкни где-нибудь в другом месте, пожалуйста, а? Хайкает он мне. Двоих сразу надо было. Что-то не клеится у меня поединок, ребята. Из этого тигра. Никак не, я не могу. Все. Я в шоке. Я даже драться не буду, ребят, это бесполезно. Просто взяли, раскатали. Этот тигр просто бесит меня. Он, вот серьезно говорю, мне просто бесит. Выпускает свою душу. Блин, ладно, я возьму тогда топовый отряд, не буду брать. Возьму вот этот вот.
Уж шлепок достал, блин, а? Просто заколебал, ты понимаешь? Понятное дело, сейчас будет вызывать, блин. Давай, молотильщик, выезжай, помогай. Сейчас будет тут одного за другим вызывать, блин, хлыщ несчастный. Да глуши ты его как следует. Да заморозьтесь вы, ёк-макарёк. Вот так вот, чтобы знал свое место. Кто начинает тут мне выделываться? Совсем другое дело, ребят, да? Молотильщика бомбят, он сразу хоп, свою пилу по земле пускает и все. А то начали тут мне показывать гонор свой. Так, что у нас здесь? Тут прибавляется ниндзя. Тут прибавляется ниндзя. Ладно. Попробуем этим же отрядом. Надеюсь, сейчас сработает у нас все. Да, ниндзя бесявая, не поспоришь. А, блин, паладина, что ли, выпускать? Давай, наверное, паладина выпустим. И всадника на журавле. И молотильщика. Ага, хорошо, вообще идеально получилось, ребят. Да что ты... Слушай, он заколебал ниндзю одну за другую вызывать. Вот так вот. Ну, прописываем, прописываем, ребята. Не расслабляемся. Опять этот тигр идет. Как он меня бесит, ё-моё, блин. Когда я за него играю, он не такой мощный, как здесь. Как у врага. У врага он какой-то намного мощнее, чем мой. Опять он вылез, а? Но все равно мы уничтожим сейчас замок. Есть. Блин. Офигеть. Я говорю, тигра давно не видел. И все, ребята. И здравствуйте, пожалуйста, приплыли. Еще не легче отрядец. Ронин, все дела здесь. Ё-моё. Ронин, ниндзя. Понятно. Если у него сейчас выйдет Ронин, мне будет... А, у него тоже вышел, ребят, на расслабоне. Но мой-то Ронин, видел как? Просто красавчик. Одного за другим. Да, чтоб не вякал здесь. Давай-давай, ты одна справишься у меня, красавица. Да, конечно. Да ну! Нет, нет, нет. Ну как так, ребят? Ну какого фикуса, блин? Я в шоке.
Мой Ронин обделался, и это еще там летит пакость. Вот это поиграли. Вот это мы поиграли, друзья мои. Все, уничтожили. Имбовый отряд профукал, ребята, в битву. Ты прикинь? Я не помню вообще последний раз, когда мой вот этот отряд проигрывал. Это что происходит, а? Трындец просто. Просто трындец. Я вообще-то думал, что мы сейчас здесь ушатаем. Но что-то пошло все не по плану, ребят. Вообще все пошло не по плану. Да. Я немножко шокирован всеми этими обстоятельствами, которые здесь у нас пошли. Ну давай, 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 Ронин, беги. Да я парасете, ты опять за свою, блин. Как ты ее успеваешь вызвать-то? Охламонку эту. Офигенно, блин, ребят, офигительно просто сейчас получилось. Все, я урон получил. Это что такое вообще, блин, творится-то? Нет, вы, конечно, меня извините, ребята, но второй раз фейлится, блин. Все, просто, просто запинут, ребят. Просто запинут на изи. Со своим Ронином этим дебильным, блин. Короче, все. Фейлимся. Я в шоке. Я, ребята, я в шоке просто от того, что здесь сейчас происходит. Ну что, друидка, придется, наверное, тебе выходить, блин, поработать, блин, на благо. Я не знаю, как тут еще делать. Просто, блин, это немыслимо, понимаешь? Просто надо друидку призвать и все. Она здесь всех разнесет в хлопья просто. Так, секунду, 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 секунду. Палыч, давай выходи, и я тебя прикрою, сейчас попробую. Через молотильщика. Вот так, таким вот образом. Бежит, 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 засранец. Друидышка, выходи, пожалуйста. Пора завязывать с этим беспределом здесь. Пускай он там призывает свою... богиню солнца. Сейчас будем делать все как надо. Сейчас все сделаем, ребят. Так, друидушка, ты отходи, пожалуйста, в сторону. Ну, я думаю, что все, ребят, прижучили мы. Офигеть. Да, но здесь друидка, ребята, понятное дело, тут хил. Тут тотемы. Тут, конечно, да. Но я давно не помню, чтобы так фейлился. Просто давно не помню. Вот так вот. Ну что, ребят, забираем банши. Забираем рыцаря. И забираем термин 9000. И у нас новый портал. Встречает он нас долиной подданных. Дальше у нас идет территория захватчиков. После фабрика роботов. Нежить будет здесь у нас, опять захватчики. То есть два раза будут захватчики. Так, бродяга плюс рыцарь, да, черный. Ну, здесь, в принципе, нормально все должно быть.
Тут главное контрить, естественно, бродягу. Мы знаем этого подхалима, что он там будет, как всегда, лезть, куда его не просят. Вон он уже вышел. Давай сделаю так. Так, бродяга минус. Опять же, ребят, не забываем, что... Есть, подбил его. Я уже думал, сейчас... Нет! Нет, да какого лешего? Ты же... Ребята, он был мертвый. Как он, блин... Трындец. У меня вот этот вот врезался именно в него, блин. Как он выжил-то? Ну и игра сегодня, а. Да куда ты меня перекидываешь? Дай сюда, блин. Офигеть, ребята. Я же видел, как ползун врезался в этого бродягу, и он его уничтожил. Может быть, конечно, мне показалось, что он его уничтожил, но там... Я не знаю, ребят. Давай, бродяга, видишь, идет, блин, хлыщ этот. Нате вам, двоим, сразу же. Или, может быть, его вот так вот мог... Да нет. Да, вот что значит долго не играешь, когда в тавр теряешь бдительность, ребят. Отдай монетку мне. Да, давно так не фейлился, конечно, вообще. Что тут за квест у нас? Странник. Так, ну здесь что? Тут крестьянин. Ну, в принципе, то же самое, только добавляется крестьянин. Который, видимо, дослужился до рыцаря, да? На тебе. Так, ты меня сейчас что, собираешься доконать, что ли, этим всем? Блин, тут еще и бродяга этот выходит. Что тут борзота какая-то, я не пойму, она вылазила, блин. Захотел чего, а? Бродяжка думает. Сейчас подойду, тихонечко бомбану. Бомбанул. Есть. Ушатали. Ну-ка. Давай смотреть дальше. Третий этап. Маг. Ну, в принципе, маг, ребят, ничего страшного не сделает. Мы его можем даже попробуем уничтожить ползуном. То есть ползун просто до него докатывается, а он не успевает на него среагировать. Ну, это мои такие планы. И ползун просто его уничтожает. Это опять же мои планы такие. Как это будет все выглядеть в действительности, я не знаю, ребят. Я знаю, что теперь я научился контрить бродягу. Ага. А ему достаточно было одной молнии, ребята. Этому магу плешивому. Ага. Ползет. Да все, тут мы его запинали. Блин, я бы ни за что не подумал, что с тигром вражеская команда меня будет так разносить на изи. Вот серьезно говорю. Просто он взял тигра и все, ребят. Все пошло не так, как хочется. Давай, поехали дальше. Ну что у нас тут есть? Против крестьянина пойдет молотильщик, наверное, как всегда, да?
пойдет молотильщик, если мы сделаем... Так, я, наверное, паладина все-таки призову. Ага. Вот этот расклад мне не особо нравится. А, все. Все, жрица встала. Ступором. Так, давай-ка, иди сюда. Ну куда ты, где макарек-то? На, правильно, ему щитом в репу. На еще. Все. Заколбасили тут замок. Эть! Эть, карточка на. Карточка на бродягу улетела. Но бродяга у меня прокачан, по-моему, по фулке, так что. Ничего страшного. Ну что, последний этап. Здесь король. Здесь король. Давай попробуем этим же отрядом разнести. Король у нас очень не любит воздушные цели, а в данный момент это всадника на журавле. Сейчас паладин его встретит. Ну а как он хотел? Я думаю, думает, что я ему тут все позволю, что ли? Он еще один бежит. Так, друидушка, ты будешь выходить сегодня у меня? Ураганчик. Хлоп. Обоих сразу там приструнили. Ну, да, влупили все-таки, влупили мы ему. Ну давай, выходи, король, ты где там? Брезгуешь, что ли, выходить? Вот он, явился, ребят, не запылился. Весь тотемами там обложили, он даже ничего сделать не смог. Просто в ступоре стоял. Отлично, отличная команда. Отлично, ребята, разруливают ситуации все эти наисложнейшие. Так, копейщица. Мечник. Так, и территория захватчиков у нас уже. Мы на нее перешли. Угу. Самый дорогой отряд. Е-мое, надо что-то, ребят, с ним уже делать, мне кажется. Надо его как-то менять, что ли. Разбавлять, скажем так. Потому что, ну, все юниты здесь дорогущие, кроме фехтовальщика. Тот же самый джиггернаут, блин. Та же самая баллиста. Все очень дорого, ребят, стоит здесь. Да, все очень дорого. На-ка тебе клетку, парень. Посиди, подумай над своим поведением. Он даже сидя в клетке, ребят, получает минимальный урон вообще. Этот страж. Один, наверное, из самых сильных танков в игре. Это страж. Опа, опа, опачки. Папулечки, да? Слушай, а мы... У меня этот фехтовальщик будет круче, чем его хищнец. Как ты думаешь? Давай проверять. Да. Ну, тут-то понятное дело, тут... Мясорубка такая не детская. Смотри, 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 фехтовальщик в ярости. Изи кул. Так, ну-ка в клетку его. Эй, погоди, погоди, что такое-то? Неожиданно, неожиданно, ребят, чуть не сфейлился, блин. Еще один этот хищнец выпрыгнул в самый неподходящий момент, прикинь. Так, что у нас тут? Ё-моё, тут пришелец еще прибавляется. Ну что ж, фехтовальщик, мне придется тобой, наверное, тут жертвовать. Против пришельца-то. Я не буду отдавать ему, например, там... Видишь, вот он, что, улетает. Летун тут. Нашелся.
А может жнеца сразу позвать, а? Давай сразу жнеца позовем. Хлоп. Стражника хлоп. Вот, и пускай он зомби там захватывает. Этот пришелец, если успеет, конечно. Вообще за 3 секунды разобрали. Просто раз, два, три, и все, ребят, замок пал. Отлично. Ну давай. Давай попробуем. Три тоша тут. Медленный тихоход баффер. Я сейчас попробую опять на жнеца. Ну, отыграть на нем. Блин, страж идет. Эх, страж идет. Но я же не совсем равно успею вызвать. Так, тут еще и тритон появился. О! Да твою ж, блин, налево. Ну, ребят, ну какого, блин, лешего? Ну все, проиграл я, короче. Ну как, битву-то я выиграл, но я урон нанес. А это считай, что проиграл. Ладно, ускоряемся. Чуть-чуть не хватило мне, ребят. Буквально чуть-чуть. Этот хищнец, он просто пробил. Он пробил сквозь нашего джиггернаута и нанес урон нашей базе. Вот как это получилось. Да, немножко глупо. Блин, я что-то как-то и забыл, что он его вызовет-то. Это бдительность моя притупленная, конечно, да, подводит. Подводит меня очень часто. Так, ладно. Давай сейчас. Ну, ведьма. Вызовем ведьму и чего? Тритон. Так, а вот и хищнец, ребят. И отсюда. Сейчас будем бомбашить. Да. Стоило только того хищница подбить. Все, ребят, совсем расклад по-другому вышел в игре. Так, ну что, последний этап. Здесь у нас лорд пустоты, которого я уже 1000 лет не видел. Да я вообще уже давно не видел, чтобы боссы здесь выползали. Сегодня короля хоть увидел. Но король, кстати, в отличие от других, частенько появляется. А, богиню солнца увидели мы сегодня, вышла она. Да. Засветилась, так сказать. Че, ведьму позовем? Успели ее позвать-то, ведьму-то? Да должен, в принципе. На. Тритон появился и сделать ничего не может. Прикинь, против обычного зомби. Даже нет у него ни защиты, ничего. Все. Изи. Вот здесь было действительно изи. Изи катка. Забираем сундук захватчика. Бородавочник и деньги. Так, и переходим на территорию роботов. Так, где-нибудь энергия у нас еще откатилась? Нет, только вот она здесь осталась. Территория роботов. Да, ребята. Да здесь можно вообще сделать все на изи, на самом деле. Ну почему ты не стал бежать, а? Ой-ой-ой, с джаггернаутом нет, ребят. С джаггером не прокатит такая штука. Рубанул, лупанул, молодец, красавчик. Да,
Да, со своим уроном они, конечно, тут... Что маг-рыцарь, что, извини меня, ронин. С таким дамагом любого пробьют. Ну что, друзья, у нас вроде бы как закончилась энергия везде. Если я не ошибаюсь. Так точно, закончилась везде энергия. Ну, тогда я буду завершать эту серию. На самом деле, сегодня серия была очень-очень для меня странная. Но в то же время интересная, потому что я уже забыл, когда проигрывал. А тут, смотри-ка, меня поставили на место, так скажем. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.